Саша, не теряйся. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Рустам Демидубаев. Я хочу начать свое выступление с одной маленькой истории. А вы скажете, какова она для вас? Вот представьте, мы делаете ремонт. Купили обои, краску, там все остальное, пригласили строителей, где-то сидит ремонт, к вам строитель подходит и говорит: я дальше не могу делать ремонт, потому что у меня закончились сантиметры. Как вам кажется, такая ситуация абсурдная? Почему-то с деньгами нам кажется нормальной. Я вообще занимаюсь кооперацией. Сегодня это единственный сектор, который растет с темпом 10-15% в год. Ну и его еще называют краудтехнологией. Также занимаюсь опциями, политикой отрицательных процентных ставок. Буквально позавчера мы провели одну игру. Называется она «Генератор сделок». В офлайне она идет очень хорошо. У меня очень много заказов с других городов России, чтобы провести эту игру. И мы хотим и видим, что уже как бы напрашивается такая сетевая версия. Нам нужен блокчейн для упаковки. Мы генерим очень много сделок для упаковки этих сделок. Спасибо. IT-расчетная система, скажи. В команду нужны разработчики, есть понятная бизнес-модель, есть инвесторы. Вот, так что за бизнес-модель? Что вы делаете? Кооперацию на блокчейне. Игрушку делаю. Называется она «Генератор сделок». Могу где-то дополнительно объяснить. Да. И спасибо большое, поприветствую Рустама.